начальство правая рука и знаток в отделе производства. Поздравляю с днем секретаря. Поощрение вам от руководства. Говоря о профессии секретаря, нельзя не отдать должного внимания их старательности и трудолюбию. Эта работа нелегкая, но вполне значимая и необходимая. Человек, который посвятил себя такому делу, целиком посвящает себя общению с людьми. Секретарь – это связующее звено граждан с организациями и предприятиями, говорит Белихан Аслудинова, считая главным в своей работе умение быстро принимать решения в конкретных ситуациях. Знания определенно в этой области – в этой сфере, в которой он работает, он должен быть коммуникабелен, общителен, так как мы непосредственно работаем с людьми. Нужно умение составлять правильные документы, потому что мы также работаем, ну, состоит наша работа из отдела производства, из документооборота. 15 сентября – это главная дата для всех секретарей. Именно секретарь составляет распорядок рабочего дня своего шефа, отвечает на звонки и организует встречи. Но также человек с такой профессией должен обладать таким качеством, как терпение. Без этого никак нельзя, говорит Мадина Закаева, работая в этой сфере около 9 лет. Чаще сталкиваюсь только с пониманием своего руководства. Ну, одно и то же. Ну, рутина, да, эта работа одинаковая, она... Ну, может, потому что я долго работаю, мне кажется, что мне не сложно. В начале работы казалось все сложным. Люблю общение с гражданами, когда приходят с заявлениями, объяснять им, по какому вопросу они подошли, уточнять, направлять, помогать, ну, стараться помогать. Праздник этот признали заслуживающим уважения и почета. Он был организован в России впервые в 2005 году. Для всех секретарей это значимая дата, каждый из которых должен любить и ценить свою профессию. И, конечно же, выполнять свои непосредственные обязанности на должном уровне с высоким профессионализмом, каждый раз достигая должного результата. Бика Сулейманова, Самат Гакаев. Информационная программа «Пульс».